Из салона сотовой связи на востоке Москвы пропали 5 дорогих смартфонов. Сотрудники магазина заметили недостачу и обратились в полицию. Стражи порядка проверили записи камер видеонаблюдения и обескуражили владельцев бизнеса. Все это время похититель не покидал место преступления. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на 9-й парковой улице. Им оказался 19-летний менеджер организации. Используя служебное положение, имея доступ к товару, он на протяжении нескольких дней похищал смартфоны. За время своей работы молодой человек украл 5 телефонов общей стоимостью более 330 тысяч рублей. С какой целью вы это совершили? Чтобы продать и погасить долг. Вы вину свою признаете? Да, признаю. До задержания менеджер успел продать 4 гаджета. Один телефон он вернул своему теперь уже бывшему работодателю.